780 тысяч наказов жителей Подмосковья собрала партия «Единая Россия» в предвыборный период. Больше всего обращений поступило из Одинцовского округа. Из нашего муниципалитета было направлено 36 035 наказов, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Наибольшее число предложений пришло по линии ЖКХ, благоустройства, образования и здравоохранения. Благодаря активности жителей будет решен ряд острых проблем. Одна из многих – капитальный ремонт путепровода на железнодорожными путями на 26-м километре Можайского шоссе в Одинцово. Глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов рассказал, что для его проведения необходимы субсидии из бюджета Московской области. Общая стоимость составит порядка 350 миллионов рублей. Контроль за ходом реконструкции будет осуществляться в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».